Вот уже не первый год администрация района оказывает поддержку молодым семьям и выдаются свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья, например, квартиры в ипотеку или строительство своего дома. Сегодня такие свидетельства получили 15 семей. Свое отдельное жилье, будь то квартира или еще лучше дом, об этом мечтает каждая молодая семья. Но не все знают, что в Московской области для таких семей предусмотрены меры поддержки. В рамках госпрограммы обеспечения молодых семей жильем им вручают свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Сегодня мы вручим свидетельство 15 молодым семьям на общую сумму 18,5 миллионов рублей. Это совместное бюджетное финансирование, это деньги федеральные, деньги областные и деньги городского поселения Щелково. Я хочу вам пожелать, чтобы в ваших новых квартирах, домах, которые вы построите или купите, всегда был уют, чтобы ваши семьи были большими, счастливыми и там царила любовь. В актовом зале районной администрации десятки пар счастливых глаз. Год от года такая программа позволяет осуществить заветную мечту о своем собственном доме тем, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Каждый молодой человек в возрасте до 35 лет может обратиться к нам с заявлением в администрацию, предоставить все необходимые документы, подтвердить проживание на территории Московской области и одного из супруга обязательно на территории Щелковского района. После того, как все документы будут проверены, мы ставим их на очередь, ну и, соответственно, выдаем эти сертификаты. Также необходимо подтвердить свою платежеспособность, поскольку зачастую свидетельства используются для приобретения жилья в ипотеку. Поддержку получили самые разные семьи, и те, которые уже воспитывают несколько детей, и те, кто пока только задумывается о продолжении рода. Наибольшую социальную выплату 1 миллион 716 тысяч рублей получила многодетная семья Гуйбадулиных. Они воспитывают троих детей. По словам мамы, полученные средства позволят оплатить порядка 30% от стоимости квартиры. Мы давно... Мечта наша – купить огромную большую квартиру трехкомнатную. Мы хотим в городе Щелково купить. До этого мы жили на съемных квартирах. Детей много, семья огромная, дружная. Вторичное жилье присмотрели на Соболевке, новое, трехкомнатную квартиру. Планируем взять. Воспользоваться такой поддержкой семьи могут сразу, так что совсем скоро у всех, кто получил свидетельство, исполнится как минимум одна заветная мечта. Дарья Соснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».